Всем привет! Перед началом видео у меня есть хорошая новость для владельцев каналов. Вы можете рекламироваться на моем канале совершенно бесплатно. То есть реклама будет в начале каждого практически нового видео вашего канала. Единственное условие, у вас должно быть хотя бы 1000 подписчиков на канале, либо суммарно 30 тысяч просмотров. Если хотите заказать рекламу и узнать поподробнее условия, то пишите в личку ВКонтакт. Контакт в описании. Я не знаю, попадет этот ролик на YouTube или нет, но, в общем, я играю в Твиче. Если что, кто не знал, что я еще время от времени стримлю все же, то подписывайтесь на стрим. Итак, короче, одна из этих игр была Трансформеры. Вот в таком мультяшном стиле, немножечко напоминает, знаете, Лего. Ну что, на халяву пойдет, главное, правда, не русифицирован, но вообще было на PlayStation 4. На PlayStation 4 две было игры, это Трансформеры. И Резиденция зла, первая часть. А, резиденцию... О, можно, смотри, тачки брать. Тоздаун, хит. О, можно крушить тачкой, все, нифига себе. Так, кидать ее можно, вот это круто. Не, если честно, игры от Activision мне нравятся. У них всегда экшончик прет на так нормально. Я даже поугараю немножечко с этими тачками. Вообще здесь у него полно всяких возможностей. О, можно кидануть. Можно, кстати, превратиться в... Можно превратиться в грузовик. Бибикать можно, интересно, нет? Нифига себе. Так, вы получили приглашение. Тусовка от... Сейчас попробую зайти в тусовку, народ. Поиграем, может быть, вместе с кем-нибудь. Так. Стар. Кто? Алло. Алло, здорово. Алло, здорово. Здорово. Мясоруб, это ты, что ли? Да, что, не помнишь меня, что ли? Да помню, я по голосу ж узнал. Сейчас, ну пока стойте. Слышь, потом в GTA-шку пойдем. В GTA-шку? У меня, наверное, не обновился, да. У тебя это, звук поменьше не можешь сделать или голос? Сейчас сделаю. Народ будет снова рад тебя услышать. Да мне кажется, нет. Мне чувак стрелку забил поиграть в трансформеров. Ну, может, тут какой-то мультиплеер есть, я не знаю. Но что-то он не пришел сам. У меня нет этой игры. Ну, я понял. Хорошо. Вот эта игра. Вот, качаем уже. Нифига себе. Блин, а помнишь этого нашего подписчика верного, как его, Доги, что ли, зовут? Или как? Да. Он на моем, на твоем канале там вообще всегда заходить. Он сейчас перестал заходить или заходит? Ну, я просто не стримлю уже долгое время. Я тоже. Знаешь, что-то я отвык от стрима, у меня вообще видео по стриму были. Я вот теперь понял, что лучше всего это просто снимать видео, чем стрим. Не знаю. Если у тебя дофига просмотров, то есть видео это за большие затраты, как бы, ну, времени. Тебе нужно там что-то снять, что-то смонтировать, что-то придумать, какой-то сценарий. А стрим ты просто тупо врубил, снимай, и просто играешь в свое удовольствие и как бы и ништяк. Тебе еще может задонатить. Ну да, зато можно из подписчиков. Да, ну, донатить-то это и... А вот чтобы тебе со стримов получать деньгу, тебе нужно до хрена изначально просмотров и подписчиков. То есть, если у тебя изначально просмотров и подписчиков нифига нету, то смысл стримить вообще, думаю, что нет никакого. Не, ну у меня есть подписчики, у меня есть смысл. Ну, я имею в виду... Смысл появляется, когда у тебя 1100 подписчиков. Тогда да. Хотя фиг его знает. Смотря еще как стримить. Может там... Смотря как заинтересуешь народ. Вот если ты скачаешь, и мы будем онлайн играть, а тебя вообще быстро научим играть. Ну, вот это, короче, типа Dota 2. Все, матч готов. Все, матч, я понял. Здесь, понимаешь, она вот прям похожа. Вот за ней стоит твой огромный башню. Ну, но... Ой, башню. Командная, короче, работа такая. Да. Если ты далеко, мы не сможем чинпоинт подобрать.
Ну, в общем, То есть короче, чем больше игроков, здесь на самом деле, чем меньше игроков, тем даже лучше. Да! Вот больше это вообще жестоко. Так, смотри, сейчас будем с тобой главное и вот с этим пацаном вместе держаться. Нет, типа точкам с командой. Если все красное, мы тебя должны ждать. Быстрей. Все. Готово. Мы подобрали. Мы едем. Блин. Вот видишь красное? Я Ты понял. Отстаешь. А как вы так быстро едете? Я что-то вообще не понимаю. Ну вот так. О, Господи Иисусе, меня теперь надо ждать. Жестоко это просто. Сюда езжайте все на эту точку. Вот это гонка. На, убил. Все, подбираем, поехали. Видишь, она красная. Надо нашего подождать. Останавливаемся. Сейчас они подъедут. Дурак, блин. Все, погнали. Погнали. Положение, мы вторые. Так, красное. Так, притормаживаем. Оп, все, погнали. Уи! Это прикольная гоночка. Так, ну, конечно. Надо чувачка притормозить чуть-чуть. Надо чувачка сзади подождать. Да, я подожду-то. Он что-то вообще встает сзади, чувачок. Вот, я вижу нашу команду. Но не нашу, а противников наших. Ну, пацаны, давайте быстрее. Мы сейчас будем здесь прыгать. Все, мы прыгаем. Интересно, а здесь глайд поможет? Обязательно. Ну так, да. Умоляет. Пацаны, давайте быстрее, умоляю. Давай. Давай. Блин, да дураки, куда вы? Жестоко. Понеслась дальше. Чего стоите? Давайте догоняйте. Я глайд делаю. Ой! Нифига себе! Смотрите, как я проглайдил. А как это ты сделал? Легко. На видосике посмотришь. Не, ну как это делается? Как куда-то нажимать? Это, короче, надо мотоцикл надо переворачивать на голову персонажа и вилять. Блин, ты от нас всех. Давай, держимся группой. Все, нормуль. Если надпись красная контрольным точкам, значит надо подождать. О, отличненько. Мы вообще на все 100 едем. Красавец, ты сейчас со мной едешь, смотри, как надо глайдить. Смотри. Уй. Нет, о, я понял. Нет, мы из-за меня проиграем. А, нет. Давай, мы сейчас выиграем. Черт, меня сбили. Я в курсе. Мудаки. Вы меня ждете? Сейчас надо вспомнить, вот так бить. Меня все ждут. Вот видишь, надо было не гладить. Гладить. А, нет, тебя все ждут. Как меня все ждут? А, нет. Пацана ждали. Уроды! Они первые едут. Пацаны, меня подождите! На чекпоинте подождем. Только вам чуть-чуть там притормозить. А с розовой? А, нет. Мы вторые едем! Давай! А, нет, мы третьи вообще. Или это просто зеленые? Да пацаны, чего вы так отрываетесь-то от меня? Я что-то не понял. Сейчас я глайд сделаю и все. И всех разорву. Ну все, глайд решает. А, нет, не решает. Я ушел. Че-то вы все попадали. Где вы? Мы живем. Нас догоняют.
О, слышь, а тут драться, походу, можно. Да. И ногами можно. На что драться-то? Короче, зажимаешь крестик и нажимаешь R1 и L1. Я буду всех на... Я ногами буду. Это какой-то род рэш. А, нет, ногами только. Да вы где? Нас просто мы обогнали, просто. Меня стукнули гаечным ключом по башке. Со мной какая-то на канале. А, меня заглючило. О, привет. Они от нас оторвались, смотри как. А, кстати, красавец, смотри сейчас. А, нет, сейчас не получится. А ногами как биться? Нажимаешь кулак и так же как бить. Я! Какой кулак нажимаешь? А куда вы все уперлись-то? Это было эпично. Положение мы третье, мы в самом нище. Красавец, смотри на меня, я сейчас буду ногами бить. Я. На что нажимать-то? Короче, нажимаешь кулак, ну, без оружия. И, короче, бьешь так же, как и всеми предметами. На R1 и на L1. А кулак как нажимать? Ну, просто за кулака не ставишь, безоружный. Меня чуть-чуть только тормозить. Нифига себе, тут топор есть. Мачете. Конечно. Я буду с боевым топором. Мне боевой топор нравится. Вот это мне нравится. Ты ногами-то не машины зашибешь. По-моему, здесь можно что ли своих убить. О, сейчас опять глайд будет. Ей! Глайд всегда решает. Какой бы он ни был. Вы сейчас меня, да, все ждете, как я понимаю? Ну да, я молодец. Никто не согласится, да, что я молодец. Да потому что это реально уже столько, блин. Ладно, я еду, все. Привет всем! Видим небесах. Уи! Я торможу. Все, мы продули, походу. Да, мы самые последние. На, своих здесь нельзя убить, можно ногами махать и всем. Я вас догоню. Привет. Как дела? Нормально.
Поражение. Поражение. Унц, унц, унц. Да, по 6 штук дали. Мне даже уровень повысили до 63. Че, я вынесу А с тобой. Так, ребята, я вам даже не сказал, что буду это на паузу нажимать. Ну ладно, пофиг с этим. Мы снова играем. Это последняя игра. И мы заканчиваем видео. Кто-нибудь к нам присоединитесь, пожалуйста. Сейчас кто-нибудь присоединится. А оранжевый? И нам нужны. Тут два и тут. А, все. Короче, пофиг. Мы вроде двое с тобой играем. Не, если вроде двое... вообще выкинуло. Нет, не выкинуло, мы играем. Если двое, тогда это вообще кайф. Ништяк. Сейчас посмотрим. Да, тогда мы с тобой вообще сразу... Да ну! Мы двое. Если все нормально делать, мы с тобой выиграем, а если нет, тогда всех нет. Всех мочи, мочи всех. Жестокая так, знаешь, игра. Здесь так, летать. Блин, биться ногами нельзя. Так, 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 я тебя жду. Отлично. Оружие включено. Все, теперь можно ногами чем угодно биться. Догоняй меня. Слушай, да мы можем с тобой таким темпом выиграть. Ты в курсе? Я симпель. Ты далеко? О, нормалёк, только не глади, чтоб далеко не улетать. Ок, да все, я больше не буду гладить. Все, поехали. Так, сиреневая команда сегодня победит. Может, а может и нет. Так, я не гладил. Еще не гонял. Так, так, чуть-чуть пристановись. Все, красавчик. Так, нас мы пока нормально все. Оторвались от всех. Притормози чуток. А, знаешь, ну, давай по такой тактике действовать. Ты тормозишь чуток, потом я чуток. Тормози чуток. Ого, мы прям, смотри. Ты далеко? О, нормально. У меня топорик. Так, я торможу. Да не, а, нормуль. Нормуль, нормуль. Они за нами. Да я думаю, выиграем. Ну так. Не глади. Я не гладю. Нахч выиграть. Как и ты. Так, ну я их не вижу. Ну и нормально. Это какой-то прям... плюс. Да, прям нормуль. Они там между собой, походу, передрались уже все. Так, суды, суды, суды. У-у-у, главное, не умри, умоляю. Да я-то пока нормально пробую. Ну что, когда никто не за нами не едет, в принципе, легко. Ну да. Главное, мне больше не гладить. Так, нормально, нормально, можно не останавливаться. Так, я чуть приторможу. Так, можно не останавливаться. Ой, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, тормозни-ка. Сейчас... А, нет, пока не горит, пока не горит. Столько. Так, отлично, отлично. Если бы мы проигрывали, я бы здесь, знаешь, как загладил, до горячий лет. Но я не буду гладить. Я сыкую проиграть. Тихо-тихо-тихо, главное долететь. Тихо-тихо, остановись чуть. А, все, фух. Нормально. Ты что, гладил чуть-чуть? Что? Не знаю. Я даже не знаю, как это делается. Тихо! Ой. О, господи, не надо, не гладь! Я не знаю. Нет! Быстрее, быстрее, мы от них оторвали! Все, больше не надо, не делай так, я тебя умоляю! Мы должны выиграть, не смейся! Я выиграть хочу! Ну давай, выиграем. Да, выиграем все-таки. Не будем баловаться. Так, я чуть торможу. Давай, давай, давай. Отлично, второй круг. Погнали. Ртан, давай, сейчас выиграем.
А не смотри, как далеко. Ну вот, понимаешь, мы сейчас выиграем с тобой просто. Элита выигрывает. Нам наверное. Нам бабла просто скинут. Наверное. Ну вот такие гонки мне нравятся, кстати, командные, когда в компании. И драться можно, как мне выбираешь, тоже. Прям вообще ништяк. Так, да. Я чуть тебя подожду. А, да не надо. Рокстар не устает удивлять, да? Да-да-да, вообще не устает. А на хочешь прикол, на PS3 не уже больше не выходит обновление. Ну что ж поделать. Так, я не гладю. Я тоже. Так, я просто... ты тоже просто гони, лети, гони, не надо, гони. Не кувыркайся воздух. Я рядом. Гони. Не подрезай только. Оп-о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 п. Не тормози. Оп-оп-оп. Я с тобой я гоню. В курсе. Отлично. Во, нормально. Сработались. Да. Вот так бы сразу. Как ты меня обогнал? Ну, ты на этот, на поток становись. А. И за кем-то едешь, то быстрее, короче, набираешь скорость. Ну, вообще прям, можно сказать, рядом, прямо рядом. Те победили за 7 минут. Интересно, ноздря, а мы за сколько ноздря, победим? Ноздря. Ты... Да. Мне показывают, что ты врезался в эти штуки. Мне тоже сейчас показалось, что ты врезался, а вот фигню. Тихо-тихо-тихо, главное друг другу не мешать. Все нормуль. Едем. Слышь, ты даже можешь один разок упасть, и я могу один разок, или даже два разка упасть. Но они все равно это. Ты смотри, как они далеко, и лучше не падать. Хочешь, можно один раз гвайды сделать. Нет. Они давай. Смотри, как далеко. Не они можно, остановились не там вообще, они остановились. Да хоть... Жди, 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 жди. Меня бустануло эта фигня. Все, можно переть. Подождешь меня еще? Я жду, жду. Давай, давай, догоняй. Блин, они нас начинают чуть-чуть догонять. Давай быстрей. Догоню. Чуть тормозни. Все, мы опять от них оторвались. Ну, нормально. Нормально. Они там еще дерутся, наверное, между собой. У них, может, и вот, конечно, повеселее, но главное у нас, что мы выигрываем. Все, финиш. Тормози. Подожди меня. Уй! Все. Победа! Победа! Сейчас будем заканчивать. Посмотри, что. У нас моль 20. 3, 20 600. Неплохо. Кстати, нормально стали денег давать, да? Может, в этих-то гонках только дают? Да. Победа. Ну что, давай команда. Прощаться. Давай прощаться. Пока. Да, всем пока, ребята. Ставьте лайки. С вами был Красавец. Мясорубка, мясорубка, да. Подписывайтесь также на Красавца. Вот, короче, ставим лайки, подписываемся, ребята. Всем пока. Ссылки в описании. Не успел сказать. Все, давай, выходим.